Всем привет! Вы на канале Антонина Абрамкина, Антонетта Гоп. И я сегодня хочу показать обзор магазина «Светофор» вам сегодня. И обзор хочу начать с холодильника. Посмотрите, горбуша 209 рублей. И вот такой окунь морской 231,90. Красавец! Как всегда, у нас изобилие здесь оленей. Морковь по-корейской 103,90. Капустка 83. Морковь брала. Очень даже вкусная морковь. Прямо рекомендую. И не сильно острая. Сейчас я покажу вот так вот. Сегодня еще раз куплю. И не сильно остро, очень вкусная морковь. Дату смотрите. Так, семга 304,90. Вот она у нас в продаже. Заканчивается, вновь приходит. Крабовые палочки 26,20. И морской коктейль вот 144,90. Но я не брала, не знаю даже, что сказать. Дальше идем. А, имбирь 149,90. Вот, пожалуйста, маринованный. Кило 300. Большущий пакетик. Колбасные изделия. Мясные изделия. Смотрим. Рулет фуршетный. 223,90. Вот так он выглядит. Рулет фуршетный. Местные деликатесы. Так, это на 133 кусочек. 133. Холодец 112. Филеечка свиная 405,90. Ну, это я не пробовала мясо голов. Тут как бы. Ну вот хваленая колбаса. Балыковые дубки. Дубки, по-моему, Саратов, да? Дальше сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Колбаса говяжья. Сардельки телячьи. Яйцо 167. Ну, так. Мелковато, конечно. Дальше я ищу новинки. Так, ноги свиные 35,10. Вывезли их тут. Масло традиционное сливочное. Я, конечно, не брала. 102,90. Так, шампиньоны. Шампиньоны 139,90. Ну вот, сардельки, сосиски я, конечно, пробежала. Продукт, который вы здесь уже, наверное, 100 раз пробовали, и знаете, каждый уже выбирает сам. Ну вот, свиные ноги, вот 35,10. Тоже вот только вывезли. Так, это у нас был обзор холодильника. А здесь еще зелень, вот лук зеленый. Так, не знаю. И на мясо цена 184,90. А лук 234. 100 грамм 23,40. Вот, ну, хороший лук. Ну, мясо, то, что оно у нас всегда отборное и свежее, я уже вам сказала. И сегодня у нас мандарины 59,90. Вот, пожалуйста, привезли. Лимон 79,90. Дальше пойдем. Ну, здесь у нас изделия сковородки. Сейчас поищем новинки тоже здесь. Этот ряд мы так любим. То, что там сейчас вывозят новый товар. Вот машина пришла, посмотрим, что там для дачников. Ну вот я новинки уже смотрю. Гель для бритья 151,50. Сейчас много новинок вывезут. Так что, друзья, имейте в виду, это магазин «Светофор».
улица Куйбышева, 34, город Димитровград. Друзья мои, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, будьте в курсе поступления нового товара. Я слежу за поступлением нового товара. Я думаю, всем интересно, что тут новенькое приходит. Так что буду рада новым друзьям. Подписывайтесь. Поищем дальше новинки. Вот крем питательный для рук и лица. $36.30. Стиральный порошок Bimax 299.93, 100 рублей. 6 килограмм. Такой большой пакетик. Мыло туалетное 24 рубля. Вот такое земляничное. О, хвойное. Вот такой итальянский пай с начинкой черника. Посмотрите, это сдобная особа вот такая. Так, дальше посмотрим. Это у нас Москва. Россия, Москва, да. Сдобная особа. Надо попробовать с черникой. Итальянский пай. 112.20. Кофе Якобс 241.50. Вот такая интересная новиночка. Патрон с датчиком движения. Посмотрите. Это 391 рубль. 60 ватт. Берет до 6 метров белый. Интересно. Вот эта новиночка. Это надо попробовать. С датчиком движения, если он такой. Это новиночка светофора. В продаже имеется ящик универсальный. 10 литров. 58.90, друзья мои. Вот, пожалуйста, пора сеять рассаду. Ящики вас ожидают. Благодарить надо за это магазин «Светофор», что у нас здесь есть все необходимое сейчас для посева рассады, кто занимается этим. И вообще все, что необходимо для дома, для дачи, «Светофор» позаботился для нас. Также есть стаканчики в продаже. Смотрим. Сейчас я цену узнаю. Рассадник 129.80. Вот, пожалуйста, и коричневый, и зелененький. 12 стаканчиков. Набор горшочков 249. Вот они такие симпатичные. Необычный. Три цвета, пожалуйста. Также опрыскиватель ручной 217.80. Вот смотрим наверху. 3 литра. Кисет махорки 46.30. Побелка садовая уже скоро нужно будет, 52.50. Ну вот вывезли сейчас новинки, ценник пока не поставили. Рубеж от медведки, посмотрите, какой страшненький. Скоро с ним будем бороться. 200 грамм. Вот это опять же нам светофор приготовили. Все необходимое для борьбы с вредителями здесь у нас есть. Показывает цены. Набор столовый 18 предметов 1276.90. Вот так выглядит. Кружка для чая 66.90, беленькая. Пожалуйста. Такие хорошенькие, удобные. И не тяжелые, между прочим. Салатник 209 рублей. Ну и здесь море посуды у нас здесь. Она пока имеется в продаже. И цены сейчас покажу.
Ну, здесь, друзья мои, еще надо показать мебель. Вот стеллажи, как полка фигурная наверху, стеллаж 1858 рублей. Вот так. Но они, по-моему, были разного цвета, и светлые, и темные вот были. Очень даже удобно. Даже вот поставить сейчас рассаду у окна, очень хорошее приспособление, и света будет достаточно даже в этих целях. Ну, то есть, кто как применит уже, но вот такой вот тоже вариант можно. Так, комод 5 ящиков, 3799,90, 3800 в общем. Стол продажи, он тоже и светлый, и темненький, вот продажи и этот стол. Так, 1676,90. Ну, здесь у нас также изобилие в продолжении и посуды, и игрушки, и набор. Я уже их в каждом видео показываю, поэтому этот товар уже не сегодня привезли. И кто ходит в магазин Светофор, знает, что пока есть в продаже то, что вас может заинтересовать. Смотрите, какие красивые новинки. Картины для рисования по номерам. 10 картин. Ух ты, вот это красота. Вот здесь раскрасить. Вот. Очень даже интересно. Сюжеты. Одни и те же открываю. Хочу другой, что... Ах, какая красавица здесь. Ну, сюжеты шикарные, конечно. Это вот занятие для вашего ребенка, если он творчеством занимается. И вот здесь они, эти сюжеты вот уже по номерам, как раскрасить. Это новиночка, между прочим, вот они недавно. Ну и дальше, видите, вот другие есть сюжеты там дальше в продолжении. Вот такие для малышей, крупные вот. 10 эпизодов в каждом альбоме. Вот здесь вот ванильное небо. То есть, видите, здесь они новиночки. Здесь выбрать очень много можно, кого как заинтересует. Вот это новиночка. 204,50. Картинка, постер. Сейчас я покупателя пропущу. Вот. Раскрашивание. Формат 340 на 485. 204,50. Но очень объемная картина будет. Ну, здесь и другие еще есть в продаже, и книжечки, и сказки наши добрые. Вот, выбор большой. Ну, вот, развернулась на эту сторону. Продолжаю показывать посуду. Овощерезка многофункциональная, 389. Так вот. Бабуши 299,50. Полусапоги утепленные 449. Ну и вещи теплые, брючки мужские, полуботиночки мужские. Там не пролезут 477. Весы кухонные 241 рубль. Электробарбекю 1399, уценили, видите, дешевле уже стал. Скоро дачный сезон начинается, так что берите на заметку. Здесь еще есть фен, расческа 799,90. Вот. Два режима и две расчески, между прочим. Вот. Тоже две насадки. Вот вывезли сейчас обучающий планшет. Новинка. Посмотрите, так здорово. Здесь буквы. То есть ребенок будет только нажимать на кнопочки. И здесь озвучены вот это новинки. А то все настенные были у нас. Обучающий как алфавит висел, да? А это в виде планшета. Ребенку очень будет интересно. Посмотрите, так здорово. Это вот новинки. Произносим звук, учим буквы правильно. Вот это вот новиночки.
Светофор на сегодняшний день, вот посмотрите, тоже вот только что вывезли. Я даже еще цену не знаю, какая. Видимо, я попозже узнаю, какая будет цена. Здесь тоже вот что-то такое из игрушек. Коллекция игрушек, постер внутри. Понятно. Вкусный мармелад. Это. Так, что тут еще? Ну, я хотела показать рис еще. Вот, посмотрите, рис кубанский. 800 грамм, 58,90. А посмотрите, какой хороший чистенький рис. Вот. Прям хорошенький. Рисинка-крисинки, посмотрите. Отборные такие вот, прям вообще. Увелка. Вот рис кубанский. Сейчас сама куплю. Мы часто готовим плов. И вот тоже сейчас куплю. Ну вот, я, наверное, прошлась уже по всем рядам. Посмотрела все новинки, какие есть, друзья мои. Это магазин «Светофор», еще раз говорю. Кто не подписан, подписывайтесь, потому что я ищу новинки, слежу, чтобы быть первой и информировать вас. И, кстати, вот это вот тоже лапша яичная, 53 макаронные изделия. Очень вкусные и не разваривается, и вам понравится. 53,40. Вот, подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым друзьям. До новых видео, друзья. Пока.